И как всегда, шикарная заставка. О, да! Так, пароль правильный. Ну что ж. Now they're making friends everywhere they go. I'm going to capture each and every one of those pests and lock them up for good. Окей. Новая локация, господа. Ну, потому что мы уже видели начало, но все равно. Викинги сильно ошиблись. Yes! We're home. Yeah. Thanks, Scotchagon. Guys, this doesn't look like our ship. Кораблик не тот, это точно. Ну что, всем трем и доброго времени суток, это канал Лузи Дмитрий и Ленивый я. Ага, если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй, тебе не сложно. А мне приятно, мне поддержка, мне мотивация. В общем, это так вы прекрасно знаете. А, кажется, я понял. Вот нажал же. Так. Так, секундочку. Ага, понял. Ну, видимо, так. Окей. Так. Ты там где, товарищ? Ага, умеешь лазить. Окей. Угу. Давай залазь. Нас. О! А вот и местная колдунья. Ну, летим вниз, судя по всему. Извините. Да блин. Ой. Хм. Ну здрасте. You're looking for a machine and you need help. Is that right? Yeah. How did you know? I can read minds and I can send you to your machine. But I'm gonna need a few things. Of course. I'll need a tarot card, a crystal ball, and a diamond. Yeah, yeah, that's it. All right. We'll get back to you. Обратите внимание, что лифт всегда уезжает. То есть это проблема. Секундочку. So you're looking for? Yeah. I can read. Of course. I'll need a tarot. All right. Окей. А ты что скажешь? Yeah. Ну, примерно то же самое. Фига себе, огнем стреляет. Оу. Нет, подождите, неправильно. Ага. Так, сейчас минутку. А как тогда? Не понимаю. Я что, не залезу? Ох ты ж, вытушки.
Залез. Ага, минуточку, понял. Все, доперло. Так, сейчас. Берем болевого. Запрыгиваем сюда. Опускаем. Вот. А, блин, стоять неправильно. Сейчас. Блин, прикольно. Сейчас. Вот зараза. Да, теперь вот так вот. Интересно придумали. А, ну да, а теперь, чтобы можно было тут спокойно работать. Ну понятно. Так, теперь у нас как? Ну, видимо, так. Ага. Бриллиант. А как вот эти? Может, снизу? Так, вот тут Эрик явно должен работать. Угу. Давайте попробуем. Так, тут явно Эрик, потому что... Обед там ту ла... Рчо, ладерберт... А, иди в жопу. А, понятно, то есть нужно спустить. Понятно. То есть тут сейчас опять вот этот товарищ. Ишь, зачем? Мы что-то сделали. Здесь, может быть, с Улафом надо пройти. Ну фиг его знает. Так, сейчас. А! Так, подождите-ка, это интересно. Так может тогда. Ха. А, ну тут есть эти взрывашка. Хм. Вот зараза. Я просто пытаюсь понять. Ну, видимо, да, все-таки вот так придется. Хом. Так. А, вон, вижу. Так, а вот этот огонь, наверное, у нас все-таки. Ага, понятно. То есть суть в том, что надо. А. Ну, видимо, так. Угу. Ну, вроде понятно. Вроде понятно, что происходит. Вроде понятно, что надо делать. Давайте вниз, поехали. Ага. То есть теперь сюда надо Олафа тащить. Да.
Да ладно, я облажался, да? Или нет? Да, слушайте, я облажался. Я Олаф сейчас не смогу сюда притащить. Или смогу? Подожди-ка. Я могу вернуться? Нет? Или могу? Подожди, а как тогда? Что-то я не понимаю. Стоп. Вот здесь же веревка, правильно? Вот она надо мной. Так, стоять. Это проход для Олафа. Стоять, а как с этой птицей-то? Так, что-то я не понимаю. А как тогда? Что-то... А, хотя стоп, подождите. Туплю. Можно, можно. Так, сейчас мы здесь поднимаемся. Эриком, соответственно, обратно сюда. Спуск вниз. Так. А Олаф у нас... Ага, ясно. Олаф за такой не цепляется. Ха, забавно. Вроде мускулистый такой, да? А не магёт. Так, ну они все, кстати, должны сейчас вниз спускаться. По-любому. Так, и... Тихо. Не хватало еще. Я не знаю, как насколько этот огонь эффективно дамажит. Но экспериментировать что-то как-то неохота. Так. Допустим. Проверять, как говорится, не хочется. И вот, собственно, мы спускаемся со всеми добытым добром. Ну, вроде справились. Лови раз. Лови два. Лови три. Я, говорит, отправлюсь к своей сестре, она вам поможет в случае чего. Ну да, ну да. Тут какая-то заковыка, по-моему, есть с этими, все, ну, с этими вот ведьмами. Я только не помню, в чем приколюха, но что-то там, по-моему, будет какой-то. Паспорт R3T, ну, вроде 0. R3. Т0. Или О. Фиг его знает. Нам 0 все-таки. Давайте поглядим. Что скажете? Да. Ну ладно. Как обычно. Ого. Ничего себе начало, блин. Там где-то пушка стреляет, пират ходит, шипы, блин, со всех сторон опускаются. Хорошо начали ядрить его в кур. Опасненько, я бы сказал. Ну да ладно, нам не привыкать за этих викингов. Нет. Мы выходим, все. Смотрим на крутую заставку. Да. Это никогда не доест. Ну а пока что, как обычно, плейлисты поддержки канала в описании под видео. Всех, кто посмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушек, кнопку в щечку. Увидимся в следующей серии The Lost Vikings 2 Forever. Как-то так?